Мне нравится математика, потому что мы там всякие примеры записываем, считаем, пишем, учимся писать буквы. Много-много другого. Ваня обычный ребенок, отличный мальчишка, веселый, читающий, подготовленный к школе. Громче голос ему не нужно, он всегда сидит очень-очень внимательно слушает. Конечно, где-то нужно ему прислушиваться, где-то помочь, конечно, помогаю. Но в целом он обычный мальчишка. У меня мечта не сейчас, а с того момента, как он родился, чтобы он слышал, как все мы просто без аппаратика своими ушками. Миллион проблем возникает у него психологических. Он элементарно даже наушники одеть не может. Он полностью зависит от этого аппарата. Получается, что батарейки сели, все, он даже не слышит машину приближаться. Ты чем больше всего мечтаешь? Я хочу слышать.